Специалисты комбината «Уралазбес» в конце июля запустили в Белгороде новейшую производственную линию по выпуску стабилизирующей добавки для асфальтобетонных смесей «Стилобит». Новое производство открылось на площадке ОАО «Белгород-Асбестоцемента» стратегического партнера «Уралазбеста». Линия рассчитана на ежегодный выпуск 15 тысяч тонн продукции. В торжественном открытии нового производства приняли участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко, первый заместитель генерального директора, коммерческий директор ОАО «Уралазбест» Яков Ременник, руководитель производственной компании «Стилобит» Петр Мазепа, коммерческий директор «Белгород-Асбестоцемент» Роман Певзнер. Напомним, «Стилобит» – добавка, которая помогает существенно продлить жизненный срок дорожного покрытия, повышая его износостойкость. Она изготавливается из хризотила, минерала, добываемого ОАО «Уралазбест» в карьере Баженовского месторождения. Это вторая подобная производственная площадка уральского предприятия. Первая находится в Асбесте. Добавка хорошо зарекомендовала себя в России и странах ближнего зарубежья. В больших объемах ее используют в юго-западных регионах России. По этой причине именно здесь и открылась новая производственная линия. Руководитель производственной компании «Стилобит» Петр Мазепа отметил, что добавка применяется для изготовления самого износоустойчивого вида асфальтобетона, который используется на высоко нагруженных и ответственных участках трасс. Инвестиции в проект составили около 50 миллионов рублей.